Оленька, здравствуй. Стоп! Здороваясь, сними или хотя бы приподними шляпу. Здравствуй, Оленька, прости. Ты посмотри на часы. Стоп! Не показывайте пальцем на людей и предметы. Единственный свободный вечер, и тот пропал. Стоп! Не жестикулируй без необходимости. Держи руки под контролем. И не разговаривайте громко на улице. Мы можем пойти с тобой на следующий сеанс. Ну уж спасибо. Стоп! Не кури на улице. Особенно, если ты идешь с женщиной. Оленька, а пойдем в кафе? Мы пошли. Стоп! Не держи руки в карманах, разговаривая с женщинами и со старшими. Не ставьте локти на стол. Стоп! Не разрезай сразу весь кусок мяса или сосиску. Отрезать нужно по одному кусочку. Не кусай. Хлеб отламывают маленькими кусочками. Стоп! Не греми ложкой. Не оставляй ложку в чашке. Стоп! Не играй столовыми приборами. Из ложки не пьют. Попробовав не горячо ли, положи ложку на блюдце. Стоп! Умей выслушивать замечания до конца. Сначала проглоти, потом запивай. Что такое, Оля? Стоп! Не разговаривай с полным ртом. Это очень дурная манера. А вот замечать ошибки других... Это тоже дурная манера.